выдвигал этот вопрос, чтобы принял федеральный закон. Уже третий раз. Даже Путин вроде уже согласился. А единороссы против. Ну что это за единороссы? Это кто они? Какие они? Значит, они бандиты против такого народа. Дети войны заслужили жизнь. Они в 12-14 лет были в партизанских отрядах. Работали на военных заводах. В нашей области дети собирали травы и отправляли с Дальнего Востока на войну. И посмотрите, что делается у нас. Говорят, нет денег. Ну как нет денег? А банкирам отдали в прошлом году 2 миллиарда. Триллионов, да. За 20 лет наше население пострадало уже в 3 раза. Уменьшилось. Экономики нет, все развалено, понимаете? Все, экономика развалена. Этот губернатор, когда приехал сюда, проходил предвыборы. Я займусь сельским хозяйством, И что вы думаете? 2 раза в месяц ездит в Китай. Накормим, китайцы нас накормят. А что китайцы делают? Гитлер у нас вывозил чернозем, а китайцы своими химикатами уничтожают наши земли. И эту землю нужно будет восстановить только через 100 лет. Вот такое безобразие. И, конечно, сегодня прозвучал вопрос о выборах. Вы смотрите, будьте дружнее, приходите в партию, помогайте. Не бойтесь, вот некоторые мне говорят, я боюсь голосовать за коммунистов. Да почему вы боитесь? На фронт шли, не боялись, а голосовать заходишь в кабину и бояться? Давайте дружнее, помогайте друг другу, мы обязательно победим.